Магілёўскі палац гімнастыкі прымае чэмпіянат Беларусі. У зале вядомай школы «Багіма» спрачаюцца 70 мацнейшых спартсменаў краіны. Гімнасты выступаюць як у асабістым, так і ў камандным заліку. Сваё майстэрства яны дэманструюць на розных гімнастычных снарадах, а таксама на дыване. Сярод магілёўчан вучэнцы «Багімы» Алексей Селязнёў і Дар'я Матюшэнка. А таксама прадстаўнікі нацыянальнай каманды, выпускнікі магілёўскай школы Ягор Шарамкоў і Александра Вараб'ёва. Сегодняшний день закончился. Поделись впечатлениями, что получилось. Ну, все получилось, старалась. Все, что работало, то и получилось хорошо. Какой снаряд был сложнее всего? Ну, я больше волновалась за прыжок. Прыжок как мой любимый снаряд, и на нем я больше всех волнуюсь. А бревно? Мне показалось, было отлично. Ну, бревно я тоже люблю, но иногда нет, не получается такое вот. Ну, сегодня поддалось? Да. Но я верила, что у меня получится, вот получилось. На завтра что-то загадываете? Да, хочу выиграть на все снаряды. Ну, точнее, постараться выиграть.